Всем привет! Всем доброе утро! Полина на тренировке. В общем, у Арины все хорошо. Мама сейчас, с мамой разговаривала, они проснулись, она там завтракает. Попросила деда пожарить яички ей. Делова. Я вожусь. Так что, Ариша, хорошо, что ты сегодня не с нами, то пришлось тебе водиться. Катается с горки на пузе. Иди залазь еще, Тася. Иди еще залазь. Вот. Хожу ее, Ариша. Какая Ариша? Она Тася. Я ее Ариша. Ладно, я просто скучаю уже по своей девочке. Да, она еще в этом году одна. Я знаю, что там все хорошо, за ней присмотрят как следует, и ей там будет хорошо, весело. Лучше, чем дома одной. Сейчас там они сегодня поедут в сад, поставят батут. Вот. Мама, конечно, сейчас на работе. Вот. И Ариша с дедом пока. Давай вон туда, по нормальным лесенкам. Тася, нет. Тася, по нормальным лесенкам. Здесь ты хотя бы поднимаешься сама. Вот. Садись на попу. Нет? А чё на попу-то не садишься? Сюда, Тася. Нет, Тася. По нормальной лесенке, по деревянной. А то она там проваливается по той лесенке. Да? Садись на попу. На попу садись и скатывайся. Вот садись на попу. Тасюнь. Садись на попу. Нет, на попу садись. На попу садись. Пойдем вон туда сходим. Вон туда пошли. Вон, давай так их шлеп. Вон. Два блинчики. Да, что, не толкаются? Как не толкаются-то? Вот так вот. Во. Просто посмотрите, как снег. Иди побегай по пуху. Снег. Да, Тася, как снег валится. Это еще здесь не так много тополей. Вот они только стоят. Один получается, что ли? И столько пуху с него. Ты куда? По грибы пошла, что ли? А, Тасюня, ты куда? Тася, пошли. Беги. Пойдем. Вот. Это еще мало, потому что с одного тополя там оно вообще все было.
Угадайте, куда мы идем с Полиной? Поздоровайся. Привет. Мы поехали ко мне на работу. Полина не захотела сегодня дома одна сидеть, да? Да. Она говорит, поеду с тобой на работу посижу. Я не против. Я думаю, что там никто не против. Вот, поехали. Мама картошку заказала. Ну. Буду кушать там. Мы сегодня заходили в кафешку покушать. Прикольно. Ну не в кафешку, а по пироженке купили. Купили по пироженке, попили чай. А еще почему мы уже поели эту яркую съела шашлычком? У нас сегодня воды не было. И поэтому я не успела ничего приготовить. Ну, вернее, не то, что не успела, у меня не было возможности ничего приготовить. Вот. Поэтому мы сегодня вот так. Поэтому и по этой же причине еще и Полина ко мне на работу едет. Из-за того, что не было воды. Не было воды вообще никакой. Ее дали вот не так давно. Ну, перед тем, как нам уходить. Я хотя бы... Держи вот так. Хотя бы успела по-быстрому помыться. Вот. Собраться на работу. И такие красивые, нарядные мы поехали. У нас сегодня потеплело. Уже с утра что-то было прохладно. Потом, когда я вам показывала, Стасия гуляла. Когда Стасия гуляла, потеплело вроде как. А потом опять очень похолодало. Поднялся ветер. Вот. К вечеру погода распогодилась, так что завтра уже, наверное, будет тепло. Я так думаю, я сейчас буду работать 3 дня. Ну, вечер сегодня и еще потом 2 дня. Так что увидимся с вами уже на моих выходных. Вот, ну, может, сегодня вечером, когда нас папа заберет. Сегодня Паша приедет за нами. Наверное, как, за машиной, за Полину. Он не знает, что Полина у меня. Ну, вот, ну и, соответственно, почему меня заберут. Все? Да, все. Без 10:05. Я отработала. Ну, вернее, как я. Мы с Полиной отработали, да, Полина? Едем домой. В общем, мама скидывала видео, они гуляли с Аришей, она там каталась на велосипеде. Мама гуляла с Бариком. Но видео в таком формате, поэтому я вам, наверное, его выставлять не буду. Посмотрим. Сегодня ей сказала, ты хоть снимай в нормальном формате, чтобы я могла вставить, там показать, что как, чем Ариша занимается. Ну, вот. Потом вечером она опять ей набрала ванну, пену. Арина ей рассказала, что они с пеной купались. Вот, как здорово. И, в общем, мама ей тоже так же сделала. Короче, у Арины там вообще все шикарно. Она говорит, у тебя завтраки ест сухие? Я говорю, ест. Какие? Я говорю, ну больше шарики. На... Ладно, мы придем в магазин, она сама пальцем ткнет, я ее куплю. Я говорю, ну сейчас ребенку понравится. Почему? Ну да. А он, видишь, плоский сейчас. Но тоже интересно. Елена из Коска пишет, в прошлом году с детьми на машине в Крым. Первый раз. Едем к сестер, у нее же сегодня день рождения. А на поворотной полосе прямо... Ну, он же на маршрутке, он же маршрутчик. А что, ему можно? Да, они ездят как хотят. Нет, конечно, им тоже нельзя. Вот, в общем, едем к сестер. Она сегодня не отмечает. Мы поедем отмечать выходные. А сегодня она говорит, приезжай, я куплю тортик. Мы просто посидим. Давай там с поворотной пойдем из... А что вот тут будет за остановкой? Я-то у пятерки хочу поставить. А, ну давай, вот здесь вот имеешь в виду. Не за остановкой, вот тут есть цветы. Я знаю, вот сейчас. Я просто не буду к ним туда спускать. Хотим хоть цветочек купить, а то что мы с пустыми руками, все равно день рождения, как бы. Подарок-то, понятно, мы потом позже будем дарить. А, здесь закрыто, поехали. Вот. Ну, хоть так, хоть с цветочками, все равно приятно. Вот, да, посидим, попьем чай, поедем домой. Завтра опять на работу, послезавтра опять на работу. 2 дня сейчас снимать не буду. Вот такие дела. Вы чем завтра будете заниматься? Ой, поздоровайся, кстати, с тобой же никто не виделся еще. На роликах кататься будем. На роликах пойдете кататься? Даки сегодня, кстати, у нас песен. Сегодня Полина раза 2 или 3 раза с ним гуляла. Мы сейчас, конечно, приедем еще его выгуляем. Он сегодня дома вообще ни разу не пописил, не покакал.
Вот, так глядишь, и мы его, он прям терпит сегодня, потому что мы собираемся. Он сегодня прям дрожал. Он сидит и дрожит. И Полина такая говорит, мама, что он дрожит? Ну, причем он как бы так-то не дрожал, вот мы начали собираться, он сел, прям такой весь трясется. Мама, он так тоже дрожал. И я говорю, он, наверное, хочет в туалет. И правда, он и пописал, и покакал, то есть как бы прям сходил в туалет. Прям вообще молодец такой, то есть терпел. Вот. А можно с тобой? Пойдем, бери мой кошелек, пошли. Хочешь припарковаться? Будем вместе. Ты тоже пойдешь, что ли? Значит, все вместе будем выбирать цветочек. Мешаюсь? Сказала, что я уже беру быстро. Блин, большая ездит без бустера. Нет, не говорила таких подробностей. Все, идем цветы покупать. Вот такой мы взяли букетик. Смотрите, какой он красивый. Вот эти розочки сказали, еще все распустятся. На меня смотри, улыбайся. Возьми как-то вот не так, вот под одной рукой под... Да. Разверни его. Вот. Ну, еще вот так. Видишь, он сюда смотрит лицом. Сейчас смотри на меня. Все, пошли. Короче, думала-думала и взяла этот все-таки. Пусть подороже, зато он шикарный. На! 350. Нет, это у тебя Димка соскочил. Слышь ты, Димка! Ты как съездила к бабе Лене в деревню, Димку встретила, так сразу на носу прыщик соскочил. Нет. Да? Нет! Кто-то все бегала. Ой, там Димка меня не замечает. Ой, там Димка меня не замечает. А у него там не соскочил случайно? Надо посмотреть. О, привет. Как наш Баки, да? Даки. Ты что, идешь, нет? Здорово. Привет. Привет. А ты что, а где твоя? Дома, я же с работы. Отдыхать, не работать. Спасибо. А, какая красота. Какая красота, какая красота. Сказали, что они должны распуститься.